Отлично искупались просто. Патронов у нас нету, но думаю, мы и так справимся. С монстрами без оружия не справишься, а вот с людьми можно пройти тем самым стелсом. 8 часов как раз этим займемся. Уже продвигаемся дальше. Мы попали на Октябрьскую станцию, в общем, которая находится Красносницкий вместе с Анной. И должны, в общем-то, ее будем спасти. Это так-то, конечно, легко бы все сделать, но постараемся. Так, патроны далеко достали, отлично. К этому, по-моему, тоже. С орденом. Смотри, чтоб в противогазе была. Если заразиться, ей хана, а дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запретельно. И глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Ох, скотина. Чертов Лесницкий. Так, надались быстрее. Сейчас очень придется спасать. Мирных жителей из лап этих уродов. Да что ж вы творите? Давай, давай, лезь. Лезь, лезь. Коммунисты называются. Палачи! Черт, дери. Надо все-таки одного спасти. Успеть. Офигеть, сколько трупов. Давай, спускайся. Делай больше нечего. Надо хотя бы там одного спасти успеть. Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Ах ты! Сволочь! Кто здесь? Привет! Дед Пых, кто здесь? Эй! Мужик! А? Я уже, похоже... Так что, слушай. Красные знали... Знали про заразу. Появились на второй день. Никто еще не умер, а они уже с огнеметами. Это они... Они больше некому. Иначе как знали? Уходи, расскажи всем. Уходи, расскажи. Это они. Они. Так, получается... Так, ну что ж, в общем-то, мы продолжаем проходить игру Metro Last Light. В этом месте немножко завершил, мне неудачно, мне там память кончилась. Ну что ж, в общем-то, мы оказались в этой миссии на станции Октябрьская, где происходит какая-то фигня с тем, связано с тем, что здешние, ну, как назвать, не знаю, коммунисты, так разработчики назвали группировку, кроме еще тех же Спарта, Рейха и так далее, бандитов. Они, в общем-то, пришли на эту станцию и начали всех очень просто расстреливать, мирных жителей, из-за того, что как бы на этой станции распространена началась эпидемия, связанная там с распространением вируса Эбола, который, как оказалось, в общем-то, распространили как раз и сами эти зоучити. Как раз Лесницкий, в общем-то, у нас и украл вирус из D6. Так, сейчас будем всех тихонечко вырубать. Надеюсь, он не заметен. Метки наши. Так, один нас не смотрит. Убивать мы их не будем, хоть и хотелось бы. Хоть и есть большое желание. Так, давай-ка иди сюда поближе. Блин, как-то тебя войти, может? С другой стороны. Сколько расстреляли, офигеть, просто жесть полная. Самое главное, чтобы нас не заметили. Хотя, ну, в общем-то, оружие глушителя, можно его... Там, чтобы все-таки нужно пройти стелсом для хорошей концовки и никого не убить. Так, это нас не видит, надеюсь. Давай, гаси. Гаси, черт возьми. Вон, еще один идет. Давайте-ка его вырубим. Так, со стороны никто не идет. Так, привет. Отдохни немножко. Ящик тяжело таскал, бедный. Так, надо отключить свет. Чуть не заметили.
дробовика патроны берем. В общем, продолжаем идти дальше. Так, кто-то нас... Нет, надеюсь, не заметит. Так, что тут у них бесполезного? Так, что у них здесь? А? Каски стальные. Эшку. Каски стальные. Башок. Это... 6 уродов. Все вырублены. Вот так вот. Тихо. Чё там задел-то? Хотя не будем еще ничего обыскивать нам. И так, думаю, хватит патронов. Так, а здесь чё? Чё здесь горит-то? Гасим. Так, нам... Явно не сюда. Хотя нет, сюда вообще. Так, в общем-то, продолжаем проходить. Так, тихонечко здесь вот перепрыгиваем, снимем карасяшку. Сюда, конечно, не знаю, стоит мне сначала сюда сходить или нет. Там, по-моему, был другой обходной путь. Наверху куда-то лезть, можно было куда-то наверх залезть. Надо, думаю, попробовать туда залезть. Хотя, что за свет такой, не пойму. Интересно попробовать с той стороны. Получится ли? Что у нас там сверху? Блин, вот зараза. Один. Есть точно. Как к нему подаваться, интересно? Не по лестнице только. О, как к нему подойти, интересно? Незаметно, не только. Да, блин. Пинцел, фиги, сколько здесь всего вот этих. Да, на рейнджере хардкоре они нас во много раз лучше ищут. И много быстрее нас могут найти. Вот так вот. Черт, что-то меня пролезть не может. Так, а здесь у нас этот... Так, там находится, интересно. Около этого книжного. Так ищет, что ли? Да что за невезение? Опять пусто. Блин, как пройти их? Попробую, в общем-то, таким образом их мимо их пройти. О, это уже дело. Без, в общем-то, без убийства. Попробую, конечно, сделать так. Ну, хоть что-то. При этом, если мы это вырубим, то второго, конечно. Бы. Блин, ну как вот это бы снять свет. Так, чтобы они не слышали, не услышали. Че? Хотя попробовать можно тихонечко пройти незаметно. Блин. Что? Блин. Эй! Кто здесь? Вроде кто-то есть. Блин, то ли почудилось, то ли есть кто. Хм, зараза. Заметил. Чуть не заметил. Ах, блин. Придется все-таки их вырубать. Что? Потому что бы труп еще не заметили. Как сделать? Видно все. Хотя. Ну, и меня всем видно. Неприятно. Тихо, тихо. Отключим свет. Так, уходим, уходим. Не знаю, будет ли нас после этого искать. Так, надеваем противогаз. Фу, так, ну, видимо, мы вместе сохранились. Ну ладно. Так, в общем-то, думаю, то будем быстро все действовать, здесь делать все быстро действовать. Так, тихонечко, тихонечко. Вырвем-ка этого. Привет. Быстренько его вырубаем. Включаем свет. Фу. Да уж. Так. Здесь все подобрали, кажется. В общем, план, идем дальше. Будем быстро проходить. И тратить на это время. Отлично, так, надеюсь, они нас, в общем-то, таким образом не видят. Обработать второй сектор станции. Выполняйте. Есть.
Фу, отлично. Так, тихо. Чуть не заметил. О, проходи. Молодцы. Сейчас мы тебя тихонечко. Сейчас бы выпить. И по себе. А? Рубаем-ка его все-таки на всякий случай. Так, патрон берем. Так, что там фильтр кончается, ага, ладно. Будем иметь в виду, что фильтр кончается. Берем кинжал-то. Включаем свет и... Что-то ищем фильтры. Патроны. Ломай дальше! Не выходит, товарищ майор! Чё, чё там за меч это? Каким образом? Да тут такое дело! Здесь-то мы всё пошёл. Но те-то ушли. Да куда они денутся? Вот на Ганзу и денутся. Мы тут никак не пробьёмся. Вот так отлично. Взяли. А оно надо. Начальство пусть думает, что да как. Наше дело маленькое. Это точно. А где они вообще? Куда они пошли? Они расходятся. Давались. Они тебя заметят, что ли, таким образом? Блин, пробираться надо. О, блин. Испепелим сейчас к чертям собачьим. Фу. Так, а что у нас там? Кто такой? Фу, надеюсь, нас... О, Барик Колесницкий. Почти до него добрались. Эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Слышь? Берем. Фу, да. Это тебе не так легко сделать это, оказывается. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. А сухой не такое ощущается. Солча. Как мы вас прошмыгнуть, интересно. Чтобы вы меня не обнаружили. Ах, так, давай, блин, иди отсюда. Пошел дальше. Что-то, в общем-то, они, в общем-то, одни будут наверху находиться, не знаю, может, те, кто наверху, может, не вырубать, блин, черт. Вот зараза. Фу, офигеть, все, видимо, все равно придется, наверное, всех. В любом случае. Заметно не пропрадемся. Что, не пробьешь? Чем с живыми. Блин, ну что б тебе? Этого я так не должны думать найти. Черт, этот труп они еще найдут. И будет полный кирдык. Все-таки тихонечко врубать. Кто? Кто здесь? То ли почудилось. Есть кто? Где? Кто? Блин, меня не заметишь, кирдык. Блин, один смотрит на меня. Давай, повернись. Может, повернешься? Блин, вот один. Блин, вот как-то не очень дурно положение не встали. Что? Так, кажется, получается более-менее пройти. Незаметно. Заметно. Сейчас вот этого, блин, успеть бы вырубить. Пока он там стоит. Да, прокололись мы тут. Ну а что делать-то теперь? Да что тут, жрать? На-то они пока не полезут. Да скоро у них... Всего трое, офигеть.
по порту сюда вот. И вот аж чтобы сюда не пошли. Ну давайте, что я. Точно. Так, только не сюда не идите. Повернитесь, блин. Куда они пошли? Так, пора фильтр менять. Блин, это странно, кстати. Так, кто меня не видит, только не смотрит. Чёрт, она смотрит в ту сторону, а? Блин, иди повернись в другую. Ну, повернись, чёрт, иди. Мне как раз сюда и нужно, наверное. Да? Да, в общем-то, в сторону, в общем-то, нам как раз нужно идти. Блин, стоп, ты повернулся бы ты в другую сторону. Блин, а? Давай. Ну, что нас заметить-то надо? Ну, отлично просто. Так, фильтр берем. Так, а он нас даже не заметил таким образом почему-то. Давайте подойдем поближе. Успеем его вырубить. Так, я, в общем-то, сейчас его вырубим тоже тихонечко. Ну вот, все, как бы миссию мы прошли стелсом все-таки. Это просто великолепно, что удалось незаметно прокрасться. Пусть это было нереально сложно. Ну все, в общем, идем. Так, за границей станции, в общем, за эту дверь у нас Лесницкий находится. И получаем вспышку за это. Тревога! Артём, не дергайся, а то глотку ей перережу. Заранее, значит, пришел. Герой. Ладно, герой. Предлагаю сделку. Снимай противогаз. И я ее отдам. Считаю до пяти. Ну что ж, давай снимем туда. Не надо! Он все равно меня убьет, он уже предавал нас! Ну это, конечно, получше будет все-таки. Зачем ты это сделал? Скорей! Надо успеть! Надо противогаз надеть ее просто. Давай противогаз. Давай противогаз надевай. Там Ганза! И наши! Черт! Сейчас только задохнуть. Не хватало. После такого. Опа. Не могу быть заражены. Черт, это же рейнджеры. Артём, я здесь. Они же без масок. Противогазы, скорее. Эпидемия. Кошмарная, невероятная. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красные заразили Октябрьскую. Мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным страшным вирусом. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, старик.